Дорогие друзья, пока возлагают цветы, хочется сказать, что среди нас еще живы, их остается все меньше и меньше, наших дорогих героев-ветеранов. Хочется вам всем пожелать, чтобы вы особенно берегли их, уважали их и помогали, чем можете. Низкий поклон сегодня вам, дорогие ветераны, кто сегодня пришел к нам на ваш праздник. Это ваш праздник, а мы вам должны кланяться и поздравлять. Спасибо вам. Многие страны мира день окончания Второй мировой войны празднуют 3 сентября в связи с тем, что 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции на борту линкора «Миссури». В нашей стране этот праздник тоже был учрежден на следующий день после победы. И 3 сентября считался красным днем календаря, но со временем был забыт. Указ Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией. Во знаменование победы над Японией установить, что 3 сентября является днем всенародного торжества, праздником победы над Японией. 3 сентября считать нерабочим днем. Председатель.